Всем привет! Вы на канале Мама в Кубе. Если вы приехали на природу и у вас нет с собой заранее замаринованного мяса, не беда, вы это можете сделать за полчаса. Итак, берем мясо, режем его мелко кусочками, помещаем в кастрюлю и заливаем сильно газированной минеральной водой на 20-30 минут. Накрываем крышкой и оставляем на 20-30 минут. 20 минут постояла в воде минеральной, я слила ее. Вот такая вода у нас осталась. Я запустила кровь, стала белее. Теперь я высыпаю, у меня есть, заранее я купила специи для шашлыка. Вот здесь набор всех трав. Вот мне дали. Добавляю соль. Мне заранее дали на 1,5 килограмма мяса. Так, теперь мешаем это все. Это кровь? Здесь больше всего специй. Ну, конечно. Почему? Здесь разные специи, набор специй для шашлыка. И пока наши угли будут догорать, мясо промаринуется в специях. Все. Еще минут 10-15. Так, 15 минут прошло. Выкладываем мясо на решетку. Мясо уже на решетке. Теперь мы его относим на мангал. Мясо готово. Мы заранее нарезали лук кольцами. Это такой рецепт. Сырой лук. Мы достаем мясо. Накрываем крышкой и вот так перемешиваем лук с мясом. Шашлык готов. Посмотрите, как он выглядит. Здесь с луком перемешанный. Вот кусочек я взяла, разрезаю, чтобы показать, что мясо прожарилось, мягкое. Сейчас я попробую кусочек. Да, вкусное, сочное мясо. По вот такому рецепту. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мама в Кубе.